Сегодня в Ленинском районном суде вынесли приговор по делу о гибели посетителя бывшего ночного клуба «Космос». Этот случай уже полгода обсуждают как в социальных сетях, так и в официальных СМИ. Приговор выслушали помощник администратора и охранник заведения. Мария Никифорова о том, какое наказание назначил им суд. Бывший охранник клуба «Космос» Александр Евгеньев в зале суда держится уверенно. Спокойный взгляд, свободная поза. С собой он взял сумку с личными вещами на случай, если прямо из здания суда придется отправиться в места лишения свободы. Рядом с ним помощник администратора Дмитрий Захаров. Их обвиняют в причинении смерти по неосторожности 35-летнему Александру Комиссарову. В объектив камер видеонаблюдения попал момент драки, которая произошла в ночь на 15 августа прошлого года в фойе клуба. К спорящим с гардеробщицей подлетели охранники, уложили Александра Комиссарова на пол и крепко его держали. В результате потерпевший не мог двигать головой, прижатой к полу, и принять никаких мер к самосохранению, что в результате в совокупности с поступлением в органы дыхания желудочного содержимого привело к механической асфиксии. Небольшой зал заседаний сегодня был забит до отказа. Левый ряд заняли родственники погибшего Александра Комиссарова. Справа – близкие подсудимых. На два лагеря стороны разделились и в социальных сетях. Там они создали группы, где в длинных постах без конца перекладывали вину друг на друга. Точку в этом деле сегодня поставили в Ленинском районном суде. Суд приговорил Евгеньева Александра Сергеевича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 203 и части 1 статьи 109 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание в виде 3 лет лишения свободы с лишением права заниматься охранной деятельностью на 3 года. Эти слова Александр Евгеньев выслушал с каменным лицом. Александр, вы с лишением согласны? Скажите, пожалуйста. Превышения полномочий у меня не было. Не согласны с решением суда и родственники погибшего. Как мне теперь жить, завтра? У тебя день рождения был. Тебе бы 36 лет было бы Саша. Не согласны сроками, будем подавать на апелляцию. Что касается помощника администратора, суд назначил ему ограничение свободы на 2 года. Оглашение приговора длилось около 2 часов. Судья не стал ограничиваться результативной частью, а еще раз зачитал все обстоятельства этого громкого дела. Впрочем, ни осужденные, ни их адвокаты с решением суда не согласны и намерены подать апелляцию в вышестоящей инстанции. Решение суда еще не вступило в законную силу. Мария Никифорова, Михаил Солин, Вести, Чебоксары.